Существуют события, которые человечество долго помнит. Одним из таких событий было рождение Иисуса Христа. Уже 2000 лет, более 2000 лет прошло с тех пор, а человечество помнит о нем. Более того, в свое время сделали отчет времени от рождения Иисуса. Это событие, наверное, претендует на одно из самых важных в мировой истории человечества. А сюда, в город Киев, на нашу землю, первую весть и первую благодать Божью принес Андрей Первозванный. Сегодня мы помним об этом и находимся возле его памятника в Киеве. Именно здесь он воскликнул, проснувшись утром, что воссияет над горами благодать Божия. Будет здесь город великий с многими церквами. Прошло 2000 лет, и в 2000 году, когда все праздновали миллениум, поставили вот этот памятник Андрею Первозванному, который принес эту весть на нашу землю. Мы находимся в городе Киеве.